Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет короткое видео. Я расскажу о том, как можно осуществить посыл с трека ударных инструментов на эффекты. Наконец-то я разобрался в этом вопросе, а вопрос мне был задан какое-то время назад. Для начала давайте войдем в меню и здесь нажмем «Mixer Tuning». Сейчас я включу дополнительный дисплей, чтобы вам было лучше видно. Здесь мы выбираем трек ударных, Volume Panorama. Теперь нажимаем FX Send. И здесь нам надо нажать на кнопку DF. Drum FX. Нажимаем на нее. И у нас появляются группы ударных инструментов. Бас-барабан, снейр-барабан, том, хай-хэт, цимбалы, percussion low, percussion high и SFX. То есть мы любую из этих групп можем назначить на эффекты. У нас эффекты здесь выбираются FXA. Они отвечают за автоаккомпанемент. А FXB отвечают за наборы инструментов или keyboard-сеты, которые мы выбираем для правой руки. Сейчас нам FXA нужно. Самый яркий пример будет, если мы назначим на один из инструментов ревербератор. Давайте так и сделаем. Выходим сюда. Например, назначим снейр на ревербератор. Послушаем сейчас сухой звук. Видите, здесь все эффекты выключены, то есть посылы все нулевые стоят. Включаем ударные. Для того, чтобы не играл автоаккомпанемент, бас и другие инструменты, я отключаю memory, чтобы здесь светодиод не горел. Тогда будут одни ударные слышны. Итак, включаем ударные. Да, вот этот трек ударных играет. И мы выбираем snare. Давайте назначим на него его на ревербератор. Максимальное значение дадим 127. И будем слушать. Вот видите, все остальные инструменты играют без посылов, а снейр играет с посылом. То есть снейр обрабатывается ревербератором. Так, хорошо. Давайте теперь обработаем ревербератором хай-хэт. Вот хай-хэт зазвенел. Так. Вот теперь мы все вернули на свои места. Если мы отключаем вот эту кнопку DF, отключаем ее. Так, я промахнулся. Еще раз на нее нажимаем. То здесь мы видим уже у нас трек ударных, перкуссии, бас, инструменты. То есть для того, чтобы выйти в меню управления именно группами ударных, нам надо нажать на вот эту DF. А для того, чтобы выйти на меню управления группами перкуссии, нам надо нажать на эту DF. Если они мигают, то это означает, что разворачивается весь канал ударных или перкуссии на микшер. А если они не мигают, то это означает, что мы используем обычные группы инструментов. Барабаны, перкуссию, бас и 5 групп автоаккомпанемента. На этом я сегодня обзор заканчиваю. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик. До новых встреч!